Деньги – это один из видов власти, но еще большей силой обладает финансовое образование. Деньги приходят и уходят, но если вы знаете, как они функционируют, вы можете управлять ими и становиться богаче. Одного позитивного мышления недостаточно, потому что большинство людей не выносят из школы никаких знаний о деньгах и работают на них всю жизнь. Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Самый ценный актив – время. Большинство людей не могут его правильно использовать. Они упорно трудятся, чтобы сделать богатых богаче, но не прикладывают усилий, чтобы сделать богатыми себя. Если ты делаешь то, что не следует, терпи то, что не нравится. Настоящий показатель большого богатства – это то, чего вы будете стоить, если потеряете все свои деньги. Никогда не попадайте в зависимость от единственного источника дохода. Инвестируйте, чтобы создать второй источник. Путь к счастью основан на двух принципах. Найдите, что вас интересует и что вы можете делать хорошо, и вложите в это всю свою энергию. То, как ты встречаешь поражение, определяет твой успех. Богатство. Это не скопление материальных ценностей. Это умение тратить меньше, чем зарабатываешь. Умение откладывать и вкладывать. Вы не разбогатеете, пока не усвоите это. Путь к успеху – это путь постоянного поиска знаний. Каждый раз, когда вы берете в долг, вы крадете кусочек своего же будущего. Если ты думаешь, что проблема во мне, тебе придется изменить меня. Если ты поймешь, что проблема в тебе, ты сможешь измениться сам, чему-то научиться и стать мудрее. Большинство же людей ждут, что изменится все остальное в мире, но только не они сами. Сначала создайте колонку активов, которые обеспечат вас пассивным доходом. И только потом покупайте большой дом или роскошный автомобиль. Покупай, когда остальные продают. И удерживай до тех пор, пока кто-нибудь не захочет это купить. Это не просто лозунг, это суть успешного инвестирования. Образование поможет выжить. Самообразование приведет вас к успеху. Остерегайтесь мелких, напрасных расходов. Ибо маленькая течь может потопить большой корабль. Бедность является не более чем результатом нашей лени или безразличия. Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе – это терпение. Не говори мне о твоих приоритетах. Покажи мне, как ты тратишь свои деньги, и я скажу тебе о них. Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не тем, что будете делать завтра. Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе.